Галерея почетных граждан скоро пополнится еще одной фотографией. Единогласно депутаты присвоили звание почетный гражданин города Сарова Александру Петровичу Федотову, старейшему работнику Федерального ядерного центра. Он работает на заводе с 1949 года, участвовал в разработке самого первого заряда и, конечно, всех последующих. У него огромное количество наград, государственных наград. Это признанный специалист в области зарядостроения, и его трудовая деятельность по сей день позволяет получать такую серьезную экспертную оценку той работе, которая ведется по зарядовой тематике и по сей день. Еще одно решение касалось создания в Сарове молодежной палаты. Туда вошли 15 человек от разных предприятий и организаций, общественных объединений и спортивных федераций. Также депутаты утвердили корректировку бюджета. Текущая корректировка подразумевает выделение дополнительных средств на покупку автобусов для муниципального предприятия «Горавтотранс». Это 5 новеньких автобусов средней вместительности. Кроме того, выделение дополнительных средств на завершение строительства школы 11. Кроме того, депутаты запустили новый этап программы инициативного бюджетирования «Вам решать». Уже заявлено 24 проекта, которые будут претендовать на получение областного финансирования. Эта программа – прекрасная возможность жителям самим выбрать территории, которые будут благоустроены в следующем году. С 15 января на сайте вамрешать.рф можно отдать свой голос за понравившийся проект. Это установка МАФов во дворах, расширение проездов, озеленение территории, устройство освещения и так далее. Голосование продлится месяц. До 31 декабря объявят победителей. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.